Модель и телеведущая Виктория Боня рассказала о том, что ее мама уверена, что певец Майкл Джексон жив, так как лично видела его на пляже в Монако. Об этом она заявила в ходе рутюб-шоу «Злые языки», фрагмент которого публикует телеграм-канал «Не Опра Блин». По словам Бонни, ее мама видела умершего поп-короля не менее 5 раз. «Моя мама лично видела Джексона в Монако после его смерти и не 1 раз», — заметила она. В виде недоверия ведущей Алены Водонаевой, Виктория Бонни решила позвонить маме и попросила рассказать ее о встрече с певцом. Галина Ивановна ответила на звонок и заявила, что уверена в том, что это был именно Майкл Джексон, и его везли в инвалидной коляске. «Я видела его 5 раз, перед отъездом видела его уже с охраной», — сообщила мама Бонни. Майкл Джексон умер в 2009 году в результате передозировки лекарственных препаратов. Одно из них, пропофол, ему ввел его личный врач Конрад Мюррей. В 2011 году медик был признан виновным в непредумышленном убийстве певца и приговорен к 4 годам лишения свободы.